Ну что, я вам обещала показать цветы. Вчера, по-моему, или позавчера, я что-то я не помню. Вот они. Ну, конечно, они уже отцветают уже кое-где, видите? Но еще цветут. Оранжевый мой кустик. Вот он, смотрите, он какой красивый, друзья. Хризантемочка. Очень красивые оранжевые. Смотрите, какая прелесть, а? Очень красивый. Они только-только-только начинают распускаться. Вон, видите, у них бутончики начинают. Видите, я вам говорила, друзья, смотрите, вот этот, смотрите, у него листья какие, как у дуба. Видите? Листочек, как у дуба. То есть это дубок, друзья. Они же, знаете же, да, есть хризантема, есть дубок. Но вот он дубок. Так что у нас еще тепло, друзья. Вовсю все цветет. Последние денечки осень. Она, видите, пьет мушка. Нектарчик запасается. Вот еще цветут георгинчики. 25 сегодня октября. Георгин, держу я их, они у меня упали. Привет, друзья и гости моего канала. У нас сегодня, друзья, рис. Рис с курицей. Мои розовенькие с огорода. Еще не сошли, еще рву. И вишневый компот. Не видно. Компотик вишневый. Котяра, видите, какой? Ой, да с колбасиной он стоит. Самовар у него, гляньте. Котяра, видал, что делает, да? Ой, глянь, как в раю, кот мой. Ой, поставлю вот так. Вкуснятина. Я рис вообще очень люблю. Очень вкусненькое. Ой, хлеба у меня нету. Я без хлеба. Риса много. Вкусненько. Вкусненько. А у меня когда еще лежали бедрышки в морозилке? Ну, я их взяла, отварила. Вкусненько все, аппетитненько, прям так. Хорошо. Что ты, скажи, нам все время суешь? Но другие тоже суют в камеру, да? Я от них опалилась. Это мукбанг. Чтобы слюнки текли по ту сторону экрана. Мы же не просто так, друзья, здесь сидим. Правильно? Да, свеженькое, все вкусненькое. Я сегодня занималась передвижкой. Передвигала все. Вот видите как, надо вот так вот сидеть боком. А начинаю есть. Камера вот так вот получается боком, видите как? А надо вот так вот кушать. Вот так вот надо сидеть. То есть я, видите, я развернулась. В общем,
Вот здесь у меня стоял полированный стол, здоровый стол, раздвижной. Он и этот большой, это стол-тумба у меня. Тоже разлаживается, но он у меня на половиночке сейчас. Это я его сюда поставила, а тот унесла в ту комнату. Для цветов. И цветы убрала туда, в ту комнату. Вкручу фитолампу, чтобы у меня в той комнате освещалась фитолампа. Цветы освещались. Да и в этой комнате, друзья, жарковато. А в той комнатке попрохладнее. Помидорчики все. Уже почти нету. Как жалко. Кончается. Вот эти дары Заволжья, друзья, сажайте. Розовые дары Заволжья. Мясистые. Покупайте вот эти. Очень вкусные. Но вы знаете, я однажды в деревне, ну, я рассказывала еще поперед ролик. Я в деревню когда ездила, а там Лена, мамина крестница, она принесла помидоры. Вот такие здоровые, полосатые. Когда она нам порезала на салат, друзья, это вообще вот, вообще пустот нету. Сладкий, мясистый. Боже мой, какой помидор вкусный. Ой. Ну вообще, вы видели сейчас, вот селекционеры вывели полосатенькие такие вот, да, и они полосатенькие. Полосы прям оранжевые по них. Не оранжевые, но, в общем, полосы видели, да? Много-много-много полос на них. Кожица с полосками. Вот такие сорта очень сладкие. Еще сладкие, знаете, какие хорошие? Они же полосатые. Ну, в народе их называют марочное вино. Вот эти помидоры мясистые, сладкие. У меня где-то записано. Я такая, я все записываю. А вот что нужно сказать на ролик, ничего не записываю. Видите, какая? Вот так. Как вкусненько. Я рис последний высыпала. Последняя отварила. Надо купить. Ну иди ко мне, иди. Здравствуйте, друзья. Это я, Томас. А, мяску чую, да? Я мяску чую. Мама мне тут эту мяску приготовила. Как я его люблю, друзья. Он такой хороший-хороший. Вот человечек, он все понимает. Все-все-все понимает. Вы знаете, какой вот с детства. Вот умненький вот человек. Есть как-то такие бестолковые вот кошки. А этот вот, я не знаю. Настолько он смышленый. Он все понимает. Да, мои глазочки, мои глазочки. Ну, скажи, затеялась. С глазочками сел в мукбанг. Он спал. Трется. В общем, вот так. Передвижкой я сегодня занималась.
Этот стол сюда, тот туда, в другую комнату. Телевизор туда, с тумбочкой, в другую сторону. Там у меня кровать стояла, я ее вынесла на веранду. В общем, сказала я к этой кровати, это цель. Одна спалка. Такая полированная кровать. Ну, вот эти вот, которые я сажала, бордовые хризантемы, помните, да? На одной ветке сколько было, целая охапка. Сажала я раз, два, три, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 штук вот этих черенков. Черенковала? Из этих 35, друзья, 5 штук только принялись. Я рада, друзья, 5 штук. Это много. 5 будет кустов стоять. Это здорово. Это супер. Но, друзья, хризантема, она не любит жару. Вы видите, она растет. Холод. Ей вот холодная нужна. Я вам сейчас даже покажу. Смотрите. Видите? Здесь 4 черенка. Из 4 череночков только вот один. Здесь 6 штук. Только один. Ну ничего. С каждого горшка по одному, и то хорошо. У меня их 6 горшков. Это отлично. В общем, вот так. Но бизнеса пока у меня нет с цветами, потому что я только начинаю. На пенсию пошла и начала задумываться. На одной пенсии далеко не уедешь. А это все-таки какая-то копеечка. Выкопала куст, поехала, продала его. Пластиковые крышки, вот банки из-под майонеза, да? Крышечки. Полосочки на них вырезать и писать, какой цвет. И проволочкой к кустику привязывать. И все уже для покупателя. А я думала, знаете что? Ой, думаю, сфотографирую цветы. И потом фотографии эти сделаю. Да к каждому цветку буду эту фотографию привязывать. Да ну. Конечно, для покупателя это будет интересно посмотреть, какой цветок. Но фотографию, конечно, я буду делать. Сниму на фотографии несколько кустов. И покупатель будет подходить. Я буду им показывать фотографии. Правильно же, да? Как же это аппетитненько я поела. А сейчас у нас часа 3, наверное. А я вчера думаю, ой, завтра встану, 2 пиццы сразу сделаю. Вчера сделала одну, да маловато. Вечером еще захотела. А сегодня встала, думаю, глянь, стоп, а у меня же сметана закончилась, и майонез закончился. У меня там чуть-чуть оставалось прям. Помидор вот этот сачок я люблю. Протолкнуть туда. Может быть, что-то я и забыла сказать. Но это уже другая история, друзья.
Спасибо, что были со мной. Делитесь моим видео, друзья. Ставьте лайки. Кому не нравятся, дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что были со мной, за компанию. Поддержали меня. А может быть, кто-то и не смотрит. Своими делами занимается. Сидит, вяжет, например, да? Или что-нибудь там готовит. Включила меня, и я там лалы-лалы где-то лалыкаю. Она вот свои дела занимается. Я тоже многих так, друзья. Если я занята, я включаю ролик, и он у меня... Он идет, ролик. То есть я его просто слушаю, и все. Так что вот так, друзья. Наверное, каждый-то так же точно делает, да? Если некогда, например, включил, и он ролик идет. Просмотр же все равно идет. Все, друзья, это другая история. Пока!